Руслан планировал чеканить мячом как минимум 25 часов, чтобы превысить мировой рекорд и попасть в книгу рекордов Гиннесса. Но во время чеканки у него закружилась голова, и он упал. Несмотря на то, что этого времени хватило, чтобы стать рекордсменом России, сам спортсмен собой недоволен. Рекорд России, да, установлен. Осталось его официально зафиксировать, но отправить это в видеозапись эксперту по книге рекордов России. Вот. Но все равно это не то, что я хотел. Я хотел намного больше. И вот вроде многие ребята поддерживают и говорят: ты молодец, ты сделал типа вообще невероятную вещь, а все равно я недоволен. По словам Руслана, много факторов повлияло на то, что рекорд Гиннесса установлен не был. Теперь сделаны выводы, ошибки учтены, и есть огромное желание двигаться дальше и покорять новые вершины. В следующий раз Гиннесс будет покорен. А пока тренировки и еще раз тренировки. Я буду тщательно и основательно готовиться. Не знаю, ближайшее лето и, наверное, осень я потрачу на подготовку. Наверное, ближе к зиме. Ну и, конечно, хочется пожелать спортсмену успехов. А подробное интервью с Русланом можно будет посмотреть в самом ближайшем будущем в программе Олеси Харлиной «Человек в городе» на нашем телеканале и в пятничном выпуске новостей.